Виктория Войнова возглавляет совет своего дома на Максима Горького уже 9 лет. В работе ориентируется на главную цель – чтобы дом был образцовым и аккуратным, сохраняя статус одного из самых красивых домов города. Виктория знает всех жителей и всегда готова помочь в решении любых вопросов. Постоянно на связи с районной администрацией. За такую активную позицию ее и награждают благодарственным письмом от Самарской думы. Я все время нахожусь в контакте с нашими гражданами. Вот, собственно, и все я, и безусловно, в виде... Как я переживаю и стараюсь для своего дома, они, конечно же, меня поддерживают, ну, по мере всех возможностей. Сейчас вот будет субботник, безусловно, все выйдут. Виктория не единственная награжденная. В день местного самоуправления, который учрежден в России с 2013 года, администрация Самарского района совместно с депутатами губернской и городской дум отмечают лучших старших по домам и председателей ТСЖ. Представители власти отмечают, что именно эти люди помогают городу и району развиваться и преображаться. Они контролируют исполнение федеральных и региональных проектов, а также помогают жителям своих домов эффективно решать различные вопросы. Они сами выходят с инициативой, их не нужно заставлять, они сами приносят какие-то дизайн-проекты, идеи, которые мы раскладываем на вот эти вот действующие программы, смотрим, в какой программе их лучше применить и, соответственно, воплощаем вместе в жизнь. И они, конечно же, принимают участие и в контроле за реализацией, в приемке всех этих проектов, чтобы все получилось на территории района так, как они хотели изначально. Завершилось награждение праздничным концертом. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.